Этот документ – начало слюдяной промышленности Карелии. Тогда тут было всего 27 работниц. Потом производство выросло, превратилось в фабрику. В честь своего праздника работницы назвали ее именем 8 марта. Сегодня фабрика отмечает 40-летний юбилей. Не узнать прежних цехов и прежнего производства. Работницы фабрики овладели этими точными приборами, автоматикой. Несколько лет назад на фабрике пущен крупный цех по производству нового электроизоляционного материала – слюдопласта. К столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина цех обязался выполнить годовой план на 103,4%. Так трудятся работницы Петрозаводской слюдяной фабрики, которой путевку в жизнь дал великий Ленин. Могучие леса, трескучие морозы, метели, глубокие снега, но и в трудных условиях нынешней зимы ни на один день не прекращают заготовку древесины рабочие Вифтинского лесопункта Лахкаламбинского леспромхоза. А здесь тепло. Домовито потрескивают поленья, аппетитно пахнет наваристым борщом, лесорубов уже ждут. С берегов Днепра приехала Анна Ефимовна Коваленко в Карелию. И вот уже 5 лет ее рабочее место – кочующий по лесу вагончик. А самая большая награда за труд – доброе слово и улыбки ее товарищей. Наша Аннушка, с любовью называют они повариху. На этой земле издавна жили вепсы. Занимались понемногу земледелием, пробовали разводить скот, добывать лес, бедствовали. Старый поселок Шокша. Две Марии Ивановны, Муланин и Зайцева. У них одинаковы не только имена и отчество, но и одинаковая страсть в жизни, любовь к языку маленького северного народа, который наверняка вымер бы, не будь советской власти. Вепсов у нас в стране всего 16 тысяч. Среди них есть теперь не только земледельцы и охотники, но и ученые. Марья Ивановна Зайцева – одна из них. На протяжении 6 лет Зайцева и Муланин объезжали вепские поселки, составляя картотеку вепского словаря. Собрано около 40 тысяч слов. Словарь готов. Живет на свете маленький народ вепсы. Будет жить и его язык. Помните сказку о портном, который одевал целый город? Кондопожцы утверждают, что этот портной работает здесь, в ателье «Березка», и что это женщина. Ну, конечно, не одна, несколько. Закройщицы, швеи, но ведь и город-то большой, не сказочный. А работают здесь действительно замечательные мастера.
два года носит звание лучший закройщик города Анна Поярин, награжденная орденом Трудового Красного Знамени. Доброй славой у горожан пользуется молодой бригадир Нина Глуханько. Швея Надя Коновалова. Гладильщица Галина Марихина и многие другие. В «Березке» шьют и женскую, и мужскую, и детскую одежду. Пройдите по улицам Контобыги, и вы увидите, нарядно одеваются горожане. Четверть века назад в далекий вепский поселок Шелт-Озеро приехала после окончания Архангельского медицинского института Александра Шишова. 25 лет своей жизни отдала она главной и единственной больнице жителям окрестных сел. Александра Аполлинарьевна – представитель одной из самых благородных профессий. Много добра принесла она людям. Первой слышала крик новорожденного, исцеляла больных, поддерживала людей в горе, разделяла с ними радость. Здесь любят ее за доброе сердце, простоту, трудолюбие. Недаром вторично выдвигают ее кандидатом в депутаты районного совета. У нее мало свободного времени. День насыщен до предела. Больница, амбулаторный прием, депутатские обязанности. Редко выпадают такие вот минуты, когда забываешь про все, когда вспоминается беззаботное детство. Вечером надо заниматься, наука идет вперед, а Шишовой приходится быть врачом по многим специальностям, мало ли какой случай. Вот и сейчас вызов, и опять путь. Где-то в опасности жизнь человека. Она еще очень молода, героиня этого нашего маленького рассказа. Она учится в 10 классе. Но придет время, и фамилия Рокко, возможно, будет звучать не менее громко, чем, скажем, фамилия прославленной лыжницы Алевтины Колчиной, потому что Оля тоже лыжница. Пока упорная учеба в Кондобышской детской спортивной школе, настойчивые тренировки на лыжне. Мастер спорта Лариса Яковлева тренирует Олю уже 5 лет. Недавно в эстонском городе Отепе Оля заняла первое место среди девушек-юниоров и завоевала право в составе сборной страны поехать на чемпионат Европы. Где бы ни выступали советские женщины в спорте или искусстве, чем бы ни занимались в производстве или науке, везде им сопутствует успех и слава. Скажем же еще раз спасибо матерям нашим, женам, сестрам, всем женщинам нашей страны.